Да, с вами Семен Бро, Фрифайр, мы играем сегодня. Кто ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я даю вам 5 секунд. Раз, два, три, четыре, ну и 5. Кто не успел, я вам еще даю 5 секунд, а мы поехали. Так. Ну вот. Ребятки. О, ну и вот, нам убрали эти штукенции, которые были у нас, помните? Те штукенции. Так, ребятки, давай-ка мы попрыгаем на батуте. Не, не вылетай, не вылетай, да-да-да, плиз. Плиз, плиз. Да, нет. Да блин. Да нет. Ладно, ребятки. В другом разу. О, видите, что за... что нам дали новые скины. Это круто, ребят. Вот тут мы прыгнем. Вот тут за мной ребята некоторые. Вот-вот они. Хотят меня убить. Вы же сами знаете, Free Fire же. Надо прыгать быстро. Вот, и мне уже и парашют уже поменялся. Ага, кто-то за мной. Нет, не-не-не-не-не. Ага, ща. Капец. Он или я, он или я. Эх, он. Я. Ребятки, надо этого челика убить. Стрёмный момент. Надо быть просто аккуратным. Не, ага, я сейчас буду сейчас так патроны тратить. Нет, как? Что за него? Видели? Он один удар всё хп снес. Один удар, только чуть-чуть хп, и второй. Он за два удара меня убил. Ребятки. О, такие красивые скины. Ой, чё я дожал? Так. Да, мне дали только что новый скин. А остался вот этот парашют. Давай-ка мы его и возьмем. Эх, движения никакие нет. Ладно, ребят. Посмотрим, что у нас тут. Тут у нас... Так, ребятки. Что-то я согласился. Вот, что-то нет сигнала, что там. Ладно. Вот мне сигнала карты сейчас показывает, потому что так всегда. Сейчас будет показывать карту. Вот видите, да, это я снимаю видосики. Что я... Вот видите, дома всякие там. Я сейчас прыгну туда. Давай уже пораш... Ой, пораш... да. Угу.
Ну, отсюда можно уже прыгать. Так. Не хочу я туда прыгать, там как раз все люди прыгают туда, там, видите? Прыгну сюда. Вот как раз моцк. Моцк. Так, в этой хате ничего не бай, ребят, а только оружие одно. Ладно. А, мне сейчас это оружие. Ну ладно, прибудет. Так, так. Я броника уже есть. О! Ебой, это крутое оружие. Мои любимые ребятки. Вот, и такие обязательно надо подбирать. Так, рюкзачок взяли. Моток, 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 моток. Или как мне еще его говорить? А где мы его видели? Ой. Походу его забрали, где? Тупик. Опа. Ребятки, вы видели это? Это чел бегал. Я, походу, с оружием. Я же говорил. Угу. Ладно, давай-ка мы его оставим. Не оставим, а сейчас мы за ним придем. А знаете как? А вот так, я возьму моцик и его раздавлю. Ой, какой-то он глупенький был, почему он на меня не стрелял? Ну, скин был хорош. Угу. Так, ребятки, где у нас тут телек? Вот он, вот он, ребята, вот он! Обстрел. На. Ебой. Ребят, пока мы побеждаем, но зона близко. Оп, видели, как мы видели, как я подпрыгнул на колесо. Осталось 27 их убить, потому что из 28 один я. Ребят, пока здесь никого не видно. Это хорошо или плохо? Опа, ребята, опа, опа. Ребят, давай-ка я не буду вас очень много тормозить. Я давай-ка поеду и посмотрю, кто есть из живых. Ну ладно. Я поехал. Ребятки даже двоих нашли вот там. Видите, ребят, по карте смотрите. Даже двоих нашли. Вот так вот ему. Ребят, это было круто. Опа, опа. А кстати, я не понял, что у них есть там вдруг патрончики. Вот тут одного убили. Бита. О, патрончики, я же говорил. Угу. Мне была полная жизнь. Ребят, знаете, как этих зовут, которые покупают за деньги золото? Это, наверное, он. Это 25-100 золота этих. Угу. Ну, жалко, ребят, скажите. Принять их.
Ладно, он куда-то ухапал. Ой. Ушел. Ага, крутые скины. Вот это я никогда не взял, вот это никогда не взял. Вот это, наверное, когда-то взял. Вот это не взял, потом, ну не знаю, наверное, взял. Вот это взял. Вот это нет. Вот этот нет. Вот этот нет. Это, ну да, нет. Да, нет. Да. Не нет. Ну и да. Воу. Вот мне хотя бы вот так нравится мне. И вот так вот. Жалко, что не это. Ладно, ребят, будем прощаться. Да, один тоже подходит, один мой. Будем прощаться. Всем пока. Пока. Ставьте лайки обязательно. Будем прощаться. Пока. Пока-пока.